Вот, идем к теплице для инжира. Сейчас 13 января. На улице температура минус 9. Вот, да, минус 9. Снег выпал, лед замерз на озерце. Вот. Ну, посмотрим, что внутри теплицы. Закроем. Так, а здесь тепло. Тепло. А ну-ка, сколько здесь? Здесь почти 8 градусов тепла. 8 или 9, да, почти 8. Вот. Течет вода. Это морская волна. Поликарбонат, шестерка. А это шестерка белое молоко. Здесь почему-то замерзло все. Лед. Здесь лед, а здесь вода. Вот вода, капли видно. А это замерзшее. Странно почему. 13 января. Вот что здесь происходит. Инжир. Инжир начинает выпускать почки. Зеленеет. Вот набухают почки. Вот яма, в которой идет тепло глубиной 3 метра. За счет нее здесь минус 9, плюс 9. На всякий случай принесли отопитель. Вдруг будет холодно и замерзнет инжир. Вот. Но он выключен. Стоит. Потом еще была придумана система. Вентилятор загоняет, центробежный вентилятор загоняет труба трехметровая на самое дно воздух. И оттуда вытесняет, должен вытесняться теплый воздух. Вот. Но он выключен, вентилятор. Отсюда идет теплый. Вот решетка теплая, глубина ямы 3 метра. Вот ее хватает для того, чтобы отопить вот такую теплицу. Ну, не то, что отопить, а по крайней мере поддерживать тепло. Вот уже назревает мысль даже посадить здесь, ну, скажем, лучок, что-то еще, может быть, петрушку. Потому что вот реально вот температура здесь минус 9. На улице еще и ветер, к тому же безветренную погоду. Она, значит, будет подниматься еще выше температура. А это все выключено. Это аварийное отопление на случай, если не потянет эта яма. Но оказывается, эта яма вполне достаточно, чтобы тепло было в теплице даже для прорастания не только инжира, но и других культур. Значит, задумка получилась. Теплица для инжира именно с теми характеристиками, что в минус 9, здесь плюс 8. А если включить вентилятор, можно, конечно, включить вентилятор. Вот он заработал. Сейчас он будет нагонять туда температуру. Оттуда пойдет вот. Добавим обороты. О, пошел теплый воздух. Просто так, из ничего, от земли.
Глубина этой ямы 3 метра. Ну, вентилятора, оказывается, и не нужно. Если будет минус 17, возможно, и понадобится его работа. Он потребляет очень мало мощности, 5 ватт всего. Но если даже вдруг будут морозы и что-то, у нас еще есть электрокалорифер. Вот. Вот он. Включился. Ну, он не нужен. Выключаем его. Это на случай очень сильных морозов. А пока что при минус 9, здесь плюс 9. А мы еще думали, что если вдруг этой ямы не будет хватать, вот этой, то сделаем еще вот здесь одну и сзади одну. Ну, получается, что ее одной хватает. Размер этой ямы 600 на 900 и глубина 3 метра. Бока выполнены из нержавейки рифленой. Со старого рефрижератора полы погнутые мы их выровняли, сварили короб, закопали. И вот он дает такую температуру. Вот. Теплица на улице, еще раз открою. На улице вот снег. Здесь уже. Да, вот она температура. Вот. Минус 9. Эксперимент удался. Теплица получилась. Ура!